Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение внизу страницы на странице 13. Мы должны дать ответ на вопросы, на сколько сантиметров 1 метр больше, чем 1 дециметр, и на сколько 1 метр больше, чем 1 сантиметр. Итак, давайте вспомним. В 1 метре 10 дециметров и в 1 метре 100 сантиметров. Итак, давайте подумаем. 1 метр содержит 10 дециметров. Для того, чтобы узнать, на сколько сантиметров 1 метр больше, чем 1 дециметр, мы должны из 10 вычесть 1. Получается на 9 дециметров. В одном, но нам нужно отдать ответ вопрос не на сколько дециметров, а на сколько сантиметров. В одном дециметре 10 сантиметров, в 9 дециметрах 90 сантиметров. Значит, на 90 сантиметров. 1 метр больше, чем 1 дециметр, на 90 сантиметров. Теперь сравниваем 1 метр и 1 сантиметр. В одном метре 100 сантиметров. Чтобы узнать, насколько 1 метр больше, чем 1 сантиметр, мы должны из 100 вычесть 1. Получается 99 на 99 сантиметров. Итак, 1 метр больше, чем 1 сантиметр на 99 сантиметров. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.